Друзья, всем привет! Сегодня разберем очень интересный фактурный узор, который помимо эффекта протяжек, который всем заметны, обладает еще таким некоторым изгибом лицевой глади в промежутке между ними. Раппорт данного переплетения составит 4 петли и 8 рядов высоту. В моем образце пряжа накоперланта. Переходим к мастер-классу. Итак, наш первый ряд. Кромочная. Затем 3 изнаночные. Получившиеся петли возвращаю обратно на левую спицу. Рабочую нить держу перед работой, не натягиваю. И каждую из петель провязываю еще раз, но теперь уже лицевой. Затем лицевая петля. Повторю раппорт. 3 изнаночные. 2. 3. Получившиеся петли возвращаю обратно. Рабочая нить перед работой не натягивается. И каждую из петель еще раз провязываю, но теперь уже лицевой. Затем лицевая петля. Это первый ряд. Второй ряд. Все петли провязываю изнаночными. Кромочная. И далее до конца второго ряда у нас идут изнаночные. Третий ряд вяжем как первый. Кромочная, 3 изнаночные, 2, 3. Получившиеся петли возвращаю обратно на левую спицу. Рабочая нить перед работой протягивается, не натягивается. Каждую из петель еще раз провязываю, но теперь уже лицевой. Затем последует лицевая петля. Четвертый ряд, как и второй, полностью будет изнаночный. Теперь пятый ряд. Будем вязать его немного иначе, но намного проще. Кромочная петля, 3 лицевые. Четвертую петлю снимаю, не провязываю, вместе с накидом. Повторяю, 3 лицевые петли. Четвертая снимается вместе с накидом. Шестой ряд. Все снятые петли с накидом мы будем переснимать и добавлять еще один накид. Итак, начинаю как раз-таки узор таким образом. Снимаю петлю, добавляю еще один накид и далее 3 изнаночные петли. Снимаю петлю, добавляю накид. Петля снимается вместе с накидом из предыдущего ряда. И 3 изнаночные петли. Снимаю петлю, добавляю накид и 3 изнаночные. Теперь седьмой ряд. Кромочная петля, 3 лицевые. Далее у нас последует снятая петля с двумя накидами. Ее я провязываю вместе с этими накидами одной изнаночной. Повторяю раппорт. 3 лицевые петли. Далее идет петля, снятая с двумя накидами. Ее я провязываю вместе с этими накидами одной изнаночной. 2, 3 лицевые и 1 изнаночная. Восьмой ряд будет заключительный. Его я полностью провязываю изнаночными. Друзья, я уверена, что данный мастер-класс вам понравился. Не забудьте отметить это событие лайком. По возможности поделитесь в своих соцсетях. Оставьте позитивный комментарий и подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. Я желаю вам отличного настроения, и мы скоро увидимся.